Всем привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель. И сегодня мы с Андреем будем обозревать новинку от Nocta Macro. Это прибор называется Pulse Dive. Подводный металлоискатель, трансформер. Он же пинпоинтер, он же непосредственно сам подводный металлоискатель. Прибор позволяет вести поиск до 60 метров под водой на глубине 200 футов, иначе говоря. И сейчас мы подробно рассмотрим его комплектацию и немножко сделаем такой ролик видеоинструкции, потому что инструкции пока нету на русском языке. Вот поэтому мы все функции, все пункты меню по управлению этим прибором запишем, и под этим видео будет по тайм-коду описание, где вы сможете посмотреть, как настроить чувствительность, как какие-то функции дополнительные включить, как изменить режим, как отстроить частоту, сдвиг частоты. В общем, все это, кому интересно, смотрите по тайм-кодам под видео. Данный прибор мне предоставил как бы со скидкой магазин libk.ru. Непосредственно спасибо большое Николаю. С Николаем мы с Libk давно сотрудничаем. Кто помнит, на моем канале еще раньше были заставки с Маратом, который покупал катушку. Здравствуйте, я Марат, ну помните. В магазине Libk большой выбор металлоискателей, и перейдя по ссылке в описании, вы можете выбрать себе что-то из всего богатого ассортимента. Также в магазине действует промокод Белый Копатель, который дает дополнительную скидку. Рекомендую вам магазин Libk. Теперь давайте перейдем непосредственно сначала к комплектации, то, что здесь есть. Поставляется прибор вот в таком интересном чемоданчике, очень удобным для переноски и хранения непосредственно, даже больше для хранения дома, чтобы не валялись части в разных местах. Так, ну а теперь, друзья, давайте посмотрим комплектацию. Непосредственно, что у нас идет в чемоданчике. Поставляется инструкция. Инструкция на английском языке. Пока впоследствии допишут. Переведут на русский язык. Идет провод для зарядки USB, мини-USB. Зарядку можно использовать любую телефонную, либо заряжать от компьютера, от USB компьютера, либо планшета. Говорят, что зарядка будет занимать где-то 2 часа. Если зарядка менее 1 ампера мощности, то, возможно, это время будет увеличено. Дальше. У нас идет дополнительная крышка. Это вот крышка для непосредственно, да, металлоискателя. Она предназначена для поиска по суше. То есть у нее здесь отверстие с мембраной для улучшения звука, чтобы лучше звук было слышно. Но это не водонепроницаемое, это именно для суши. А в комплекте вот стоит непосредственно это вот уже для подводного погружения. Дальше идет антенка, которая превращает наш прибор в пинпоинтер с заглушкой от пыли латексная, которую, соответственно, когда мы меняем катушку для подводного поиска на пинпоинтер, то одевать можно туда. Далее сам прибор сразу с установленной уже катушкой. Сейчас мы более подробно разберем, но вот так вот она снимается. Идет с защитой. И непосредственно сам блок управления. Далее. Набор прокладок дополнительный. То есть это запаска. Кобура для ношения. Креплением на пояс с всевозможным еще каким-то приспособлением для тренчика, наверное, для тренчика, да. Тренчик также идет в комплекте. Богатая комплектация, сразу скажем так, все, что нужно, есть. Тренчик, нефтеряйка и защита на носик, пина со скосом. Брендированная макро Nocta. Сейчас посмотрим, как это называется.
подобным образом. Ну и все, собственно. Вот из что из себя представляет Pulse Dive. Как бы блок, сейчас я вам покажу еще здесь. Здесь у нас идет гнездо для подзарядки самого прибора и динамик. Вот, собственно, поэтому в этой крышке она глухая. Мы протестируем, посмотрим, как звук слышно с этой крышкой и как звук будет слышно с вот этой вот. Сейчас мы, в принципе, не на погружении, но все равно пока с этой начнем. Просто одевается здесь вот резиновое уплотнительное кольцо. Интересно, оно так проворачивается и все, готово. Тоже соединяем две части и слегка проворачиваем. Теперь непосредственно перейдем к описанию того, какие у нас здесь индикаторы, какие кнопки, что за что отвечает на приборе. Это первый металлоискатель-трансформер. Конфигурация пинпоинтера, длина прибора составляет 28 сантиметров и вес его 286 граммов. А в такой конфигурации длина прибора составляет 39 сантиметров и его вес становится 419 граммов. Работает прибор на частоте 3 кГц. В приборе стоит литий-ионный аккумулятор емкостью 1650 мА. Вот, а теперь давайте уже пробежимся по функционалу. Здесь у нас есть фонарик, два индикатора, красный и зеленый. И три кнопки управления. Кнопка включения и две кнопки функционала. У пинпоинтера 5 степеней чувствительности. Три режима работы. Это режим звуковой индикации, виброиндикации и, соответственно, звук вибро. Также впоследствии, сейчас будем смотреть по инструкции, еще можно дополнительно включать или отключать индикацию светодиодом. Так, теперь давайте поговорим, как же заряжать металлоискатель и об индикации в процессе зарядки. В комплекте идет к прибору только провод USB mini USB. Гнездо для подсоединения зарядки находится под задней крышкой. Здесь у нас гнездо и динамик расположен. Подсоединяем провод. И теперь об индикации процесса заряда. Когда идет зарядка металлоискателя, горит красный огонек. Один. Когда металлоискатель заряжен полностью, будут гореть два огонька одновременно, красный и зеленый. И, как говорит инструкция, если происходят какие-то технические сбои в зарядке, то мигает только один зеленый огонек. Как вы видите, красный и зеленый огонек горят вместе. Говорит нам о том, что металлоискатель заряжен полностью. Теперь расскажу, как определить, насколько заряда осталось в аккумуляторе. Соответственно, при включении прибора, если у нас мигнут быстренько два огонька, красный и зеленый, это говорит о том, что заряд аккумулятора полный. Если один раз мигнет зеленый, это значит половина заряда. Если один раз мигнет красный, значит заряда уже на минимуме. А если начинает мигать с частотой 5 секунд зеленый, то это говорит уже практически о полном разряде металлоискателя. И, соответственно, через какое-то время небольшое он подаст звуковой сигнал и выключится. Сейчас я продемонстрирую, у меня полный заряд. Вот, мигнули два огонька. Включается пин нажатием одной кнопки включения один раз. Все, включился. Выключить его нажали и подержали. Выключился. А включается в режиме, который был вами установлен. То есть включается и выключается, он запоминает последний режим. А теперь заодно продемонстрирую, насколько меняется громкость. Вот у нас подводная крышка. Значительно. Вот в таком режиме лучше ходить по
Ну, именно спином, не с этой катушкой, а спином. А он будет точно так же на приближение звук меняться? Да, он начинает и светодиод интенсивнее мигать. Ну, мне кажется, что на светодиод, когда ты его в руке держишь, никто смотреть не будет, как бы ты его рукой закроешь. А вот сейчас вот подведи кольцо, и как он будет... По звуку. Да, по звуку. Ну, есть. Да, да, не, я в том плане, что разный звук идет. Да, да, да. Более частый, когда цель уже близка. Про светодиод я впоследствии вот разберем, его можно отключить. То есть можно вообще эту индикацию убрать. Так, у прибора, я сказал, есть три режима. Режим виброзвук, просто вибро и просто звук. А меняются они кнопкой F при включении. Включили. Сейчас у нас виброзвук. Меняем. Вот он дал сигнал вибро. И здесь только вибро идет. Следующий режим. Только звук. И вот эту индикацию, она по мере приближения становится интенсивнее. Ее можно отключить кнопкой А. Удерживаем ее. Вот. Теперь у нас все те же режимы, но уже без индикации светодиода. Этот виброрежим. Ну-ка еще раз виброрежим. Слышно? Ну я услышал, я не знаю, камера услышит. Может поближе. Виброрежим. И он при смене режима, он дает, ну вот в режиме вибро он вибрирует при смене режима. Сейчас вот он просто пикнул без вибро, это значит звук. Звук, но нет вибро. Вот он. И звук, и вибро. Или просто будет вибросигнал. Вот вибросигнал. Ну, соответственно, включаем обратно индикацию. Включаем. Вот. Это по режимам. У прибора вот эта вот вся манипуляция, настройки, они работают как для такой конфигурации подводного поиска, так же и для пинпоинтера. То есть, соответственно, управление одинаковое для обоих конфигураций. Будь то для пина, будь то для вот этого скуба. У прибора 5 чувствительностей, 5 уровней чувствительности. Для того, чтобы поменять уровень, нам надо зажать кнопку F, и нажимать по одному разу на кнопку А. Нажимаем F. Вот это первый уровень. То есть он сигнализируется одним сигналом. Второй. Третий. Четвертый. И пятый уровень идет длинный сигнал. Вот. Сейчас максимальный уровень чувствительности. И потом дальше опять поехали. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый. Просто однократное нажатие А включает фонарик. Включает, выключает. У прибора есть функция блокировки кнопок для подводного поиска, чтобы вы случайно не нажали и не внесли какие-то изменения. То есть вы выстроили его, да, настроили там нужную сеть чувствительности, нужный режим, а потом нажатием кнопок F и A одновременно блокируете кнопки. Но есть небольшая хитрость. Для того, чтобы заблокировать кнопки, нужно прибор перевернуть и зажать одновременно кнопки A и F. И индикация с зеленой перейдет на красную и будет звуковой сигнал, что блокировка осуществилась. Все. Теперь у нас все кнопки, вот кнопка фонарик не включается, соответственно, режимы не меняются, и
кнопка включения тоже не действует. А сам он продолжает работать. Чтобы разблокировать, также переворачиваем и нажимаем одновременно A и F. Все. Фонарик работает. И, соответственно, выключаем. То есть заблокированными кнопками ничего, никакие кнопки управления не работают. Даже выключить его нельзя. Друзья, и опытным путем мы установили, что блокировка происходит, как написано в инструкции, только вот в таком режиме. То есть вот ни в этом режиме он не заблокируется, ни вот так вот, ни, соответственно, вот так вот. И за эту функцию отвечает, видимо, шарик, который там внутри. Про который мы думали, что там уже что-то отвалилось. Потому что издает звук внутри. Поэтому вот этот шарик блокирует, собственно, только вот в таком положении. То есть вот этот вот хитрый маракас, который мы думали с Андрюхой, даже немножко уже тень сомнения такая. Что там что-то отвалилось, да. Рука такая немножко ёкнула, но как оказалось, что это, видимо, технологический девайс. Я, конечно, не настолько подкован технически, там, друзья, может, расскажут более подробно, как это называется на самом деле. Видимо, там какой-то шарик. Да, шарик, который замыкает нужную схему вот именно вот в таком положении. Да. То есть это вот... Мы думали, что там что-то уже отвалилось, и оно там гормыхает, как маракас. В инструкции на картинке написано, то есть поверните, как на картинке. Единственное, что там, ну, как бы с переводом написано ногами вверх, непонятно, где здесь ноги и как его повернуть, вот так, на самом деле вот в таком положении. Еще есть хорошая функция от защиты от потери, да, или как там, сигнал тревоги от потери. Она срабатывает при включенном металлоискателе через 5 минут. Соответственно, мы сейчас это и проверим, протестируем. Прям секундомер включаем одновременно. Все, время пошло, и засекаем, смотрим, через сколько он запищит. Через 5 минут он должен подать сигнал тревоги, что я потерян, хозяин, меня потеряли. Прошло почти 5 минут, затаили дыхание. Через сколько он запищит? Запищал, но видишь, он как слабо. Это вся сигнализация. И фонарик еще. Фонарик загорается. В приборе есть еще функция сдвига частоты. Если у вас прибор, непосредственно металлоискатель большой, начинает фонить при работе пинпоинтера рядом с ним, то вы можете на пинпоинтере попробовать сдвинуть частоту, чтобы, соответственно, работать более комфортно. Делается это путем зажатия кнопки F. Это получается как отстройка от помех, да? Отстройка от помех, ну вот от других пин, возможно, два пина рядом, когда будут работать, их можно настроить на разные частоты, чтобы они не мешали друг другу, не фонили друг на друга. Сдвиг осуществляется зажатием долгим F, и в этот момент вы нажимаете на кнопку включения. Каждый раз сигнализируется индикацией и звуком 1 бип. Положение здесь 40. 40 вариантов сдвига. Каждый раз сдвигается на один пункт. А заводское положение, дефолтное, оно сигнализируется двумя бипами. Зажимаем кнопку F и нажимаем на включение. Раз, два, три. Каждый сигнал сигнализирует о сдвиге. Сейчас надо теперь ждать ее. 40 раз. 37, 38, 39, 40. Вот двойное. Теперь он вернулся на заводские настройки. Трансформер Pulse Dive может работать с наушниками беспроводными Nocta Macro.
Единственное, надо их законнектить между собой. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Довольно-таки непросто. Хитрая такая небольшая операция. Для того, чтобы их законнектить, нам надо выключить Pulse Dive. И здесь вот, зажав вот эту вот на зеленом фоне белую, где точка, клавишу, держа ее, включить наушники. После этого вот здесь вот голубой огонек начнет спокойно мигать. Итак, зажимаем клавишу, удерживаем и включаем наушники. Когда звуковой сигнал прошел, надо отпустить. После этого происходит спокойное вот такое вот пульсирование голубого огонька. Голубого огонька. Теперь смотрим. Надо произвести следующую комбинацию на Pulse Dive. Зажать кнопку А и, удерживая ее, включить непосредственно прибор. После этого отпускаем кнопку А. И здесь у нас загорается красный светодиод и горит постоянно, а зеленый светодиод начинает мигать. Давайте произведем эту комбинацию. Зажимаем кнопку А и, удерживая ее, включаем. Теперь отпускаем кнопку А. Вот происходит поиск и соединение между собой двух приборов. Все, после того, как они замигали синхронно, можно выключать. То есть это говорит о том, что приборы подключились, законнектились. Теперь мы выключаем Pulse Dive и выключаем наушники. Теперь при включении будут звуки слышны в наушниках. Сначала мы включаем наушники. Включили их. И теперь включаем Pulse Dive. Все. Звук уже идет из наушников. И вот технические характеристики. Принцип работы: импульсная индукция, частота 3 кГц, сдвиг частоты есть, водозащитный IP68, 60 метров или 200 футов, подключение наушников беспроводное есть, режимы аудио-вибро и аудио-вибро плюс, и еще и светодиодная индикация. 5 уровней чувствительности, размеры 39 сантиметров в режиме скуба, 28 сантиметров в режиме питпоинтера, вес в режиме скуба 419 граммов, в режиме питпоинтера 286, аккумулятор 1650 миллиампер, зарядка время 2 часа и гарантия 2 года, как и на всю продукцию Nocta. Друзья, ну вот и подводим итоги комплектации. Собственно, первое знакомство у нас с прибором произошло. Комплектацию посмотрели. Что хочется сказать. У прибора, к сожалению, нету дискриминации. Да? То есть он не разделяет металлы. Соответственно, пробки придется тоже копать. Вот, вот это вот такой, ну, небольшое... то есть, скажем так, есть к чему расти, да. Возможно, что в новых каких-то версиях сделали бы еще дискриминацию, было бы вообще отлично. А так, прибор интересный за то, что они сделали первые прибор-трансформер, это им однозначно плюс. То, что вы можете его использовать фактически, ну, весь сезон, в любых местах, различные варианты для поиска, для применения. Вводные испытания — это в следующих сериях, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, переходите в группу, в описании есть ссылка, где мы общаемся по приборам Macro Nocta. Вот, и там уже тогда вы не пропустите, соответственно, следующие тесты. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте в комментариях или в группе,
по тестам, что еще проверить, что осветить. Возможно, где-то, может быть, я неправильно там что-то сказал, то попробую заснять, разжевать, показать. Или можете меня поправить, если я где-то ошибся. Все, всем спасибо, до новых встреч, всем пока. Вот именно вот так вот. Сейчас я вот нажимаю одновременно кнопку A и F, загорится зеленый сигнал, а потом перейдет на красный. Я его уже не включил. Он что-то точит, как его слышала. А, вон еще одна носится, вон, там их несколько. Видишь, там шебуршение по веткам. Шум слышу. Шум нормальный, движуха.